Привет! В этом видео я расскажу про красивый город Балчик, который находится возле моря. Тут очень красиво, вокруг горы и море. В этом видео хочу рассказать и показать, какой отель мы снимали, где были, какие цены. Мы выбирали отель через Booking. Мы приехали его по месту посмотреть и выбрать себе номер, какой больше понравится. Выбрали мы номер за 125 лев, который идет как квартира-студия. Там была и спальня, и кухня. На кухне была плита и холодильник. Также была отдельная большая ванная комната. В принципе, нам номер очень понравился. Тут еще было два балкона, то есть можно было выйти там, где кровать, и можно выйти там, где гостиная. Номер был очень уютный и большой. 125 лев это на гривны, 2400 и 64 евро. В эту стоимость входило завтрак, одно посещение спа. 125 лев – это за одну ночь. Завтрак тут по типу шведский стол. То есть набираешь, сколько тебе надо и что тебе надо. В принципе, нам понравилось. Кормят хорошо, съедобно все, вкусно. Также очень понравился спа. Там есть хамам, баня, джакузи. То есть нам очень понравилось, советуем. В супермаркете можно найти много фруктов. Вкусный очень виноград и яблоки. Плюс еще можно найти шампуни. Я себе даже для волос много чего нашла полезного. Большое преимущество здесь то, что красивая природа на каждом шагу, то есть можно уже гулять и радоваться, и чувствовать свежий воздух. Мы гуляли по набережной, тут очень красиво, много кафешек по всей набережной, можно покушать, еда, кстати, тут очень хорошая. По ценам, конечно, намного дороже, чем в Стамбуле мы были и чем в Украине.
Здесь очень красивое море, чистое. Когда мы еще были, была теплая водичка. Даже покупались пару раз. Были в сентябре, в 20-х числах. А еще тут очень много красивых котиков. Они все такие тут ласковые и добрые. Также здесь есть бесплатный пляж с бесплатной парковкой. Еще хочу рассказать то, что нас оштрафовали на набережной, потому что мы не знали, что нужно за парковку платить. Штраф 20 лев, то есть на наши где-то 370 гривен приблизительно. На евро 10 евро. То есть как бы не совсем приятно, но лучше знайте, что можно оплатить через смс-ку паркинг, или же там есть мужчина, которому можно оплатить за паркинг, но его сложно найти. Поэтому лучше будьте внимательными. Вот такая маленькая история про Балчик. Возможно, если остались какие-то вопросы, я могу ответить, пишите в комментарии, буду очень рада.